Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал заработок в интернете. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И это видео по проекту MoosMoney. Как обещала, делаю видеообзор. Денежка мне пришла. Значит, финансы, история операций. Вывод идет в течение 5 рабочих дней. Ну, неделя, да, плюс там 2 дня. Значит, я 7 числа ставила, сегодня мне пришли на кошелек. Я выводила на WebMoney вывести средства. Здесь платежная система Payeer на данный момент и WebMoney. Яндекс пока отключен. Значит, комиссию у меня не снял WebMoney. Все до копеечки пришло. А Payeer берет комиссию, потому что мне моя партнер показывала свою скриншот выплаты. У нее рубль сняли. Но я думала, и мне. Как бы вот ей пришли 29 рублей. У нее было. Значит, Payeer, как у нас всегда, берет комиссию, а WebMoney ничего не берет. Давайте перейдем на кошелек. Я вам покажу. Смотрите, сумма плюс 30 рублей. ВМР. Примечание MoosMoney. Выплата с moosmoney.com. Дата 14.10.18 год. Все замечательно. MoosMoney платит. Но я не сомневалась, конечно. Значит, на сегодняшний день вот у меня на балансе уже 11 рублей. У меня все треки прослушаны. У меня было 26 треков. Я получила достижение. Вот. И мне плюс дали еще один трек. Значит, кто не здесь, обязательно заполните профиль. За это все достижение начисляют как бы и денежку плюс дополнительную как бы за прослушивание треков и как бы ну бонусы, да, как бы это все в плюс идет. Вот здесь зайдете сразу в профиль, вот здесь загрузите фотографию, заполните информацию о себе, добавить ссылки на соцсети, минимум 3 ссылки. Так, далее вот здесь настройки нажимаете платежная информация. Обязательно прописать платежные реквизиты. Я забыла прописать платежные реквизиты и как бы вообще пройти настройки как-то я забыла. Вот и мучилась, искала, где прописывать. В общем, Payeer, WebMoney и Яндекс. Я все прописала, потому что мало ли что-нибудь отключат. Правильно? Ну, здесь конкурсы, реферальная программа. Вкладочка рефералы находится партнерская ссылочка. Вот. Так. Вот здесь две ссылки. Они одинаковые, в принципе. Вот одна ссылочка и вторая. Они идентичны, просто здесь с логином, а здесь по номеру. Так. Далее что? Так, промо-материалы. Ну, здесь уже сами все поклюкаете. Активность, моя активность. Здесь и достижения, и рейтинг, как бы все-все-все здесь есть. И постоянно какая-то там плюшечка идет. Так, моя розыгрыша, достижения. В общем, интересный такой проект, конечно, хорошо на нем работать. Сначала были как бы то техработы, то еще что, они тут все совершенствуют. Вот, мои что? Достижения. Вот новичок, потом активный. И дальше рефовод. Идет у них почетный пользователь. Далее какой-то везунчик. Тут, наверное, это розыгрыш или что, мастер достижений. Ну, в общем, все у них тут как бы учитывается. И плюс как бы все это к денежка прибавляется. Рейтинг. Рейтинг у меня маленький. 2560, а может и не маленький, я в этом не разбираюсь. Так, ладно, новости, финансы я вам показала. Значит, мой баланс.
вкладочка. Далее вывести минимум 30 рублей на вывод. Это все знают, да? И история операций. Так, ну, служба поддержки, база знаний, вопросы-ответы обязательно прочитайте. Вот. В скором времени пишут, кабинет обновится. И как бы админы писали, ну и будет как бы больше возможностей заработать денежку. Ну что, я довольна. Кто не здесь, если интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. Проект, конечно, замечательный. Есть группа ВКонтакте, вступите в группу ВКонтакте обязательно. Там и опросы, и новости, и все на свете. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!